Всем привет! Рассказываю, как создать с нуля проект для вашей домашней работы, используя специальный архетип мавиновский, который мы подготовили для того, чтобы вам облегчить эту задачу. А потом я расскажу, что из себя представляет этот проект и как можно пользоваться теми штуками, которые там появятся, как они подключены. Какие у нас должны быть предварительные вообще условия, чтобы начать? У нас должна быть Java установлена. В соответствии с нашим решением, с нашими требованиями, мы делаем домашние работы на 11 Java. Кроме того, должен быть установлен Maven. Вот здесь Maven 3.5.2, но как бы можно более свежими пользоваться. Здесь особо каких-то требований нет. Дальше. У нас имеется пустая папка. В этой папке мы хотим создать новый проект для домашней работы. Для этого надо выполнить команду. Команда длинная, но в README к архетипу она есть. Что это такое? Maven archetype generate, то есть сгенерируй проект на основе архетипа. Дальше идут параметры, которые указывают, на основе какого архетипа конфигурировать. Значит, это homework quick start в группе org at epifift, то есть в нашей собственной группе. Значит, версия 1.0, но это на время написания видео, может быть, потом будет более свежая версия. Эти параметры, они обязательны, то есть вы их указываете без изменений. Два последних параметра вы указываете под себя, под свои нужды. Это group ID и артефакт ID того проекта, который вы создаете. Ну, на семинарах вам расскажут, что такое Maven, что у него есть группа и артефакт ID. Значит, обычно группа — это домен задом наперед, а артефакт ID — это уже некий проект. Ну, допустим, homework 1 — первое домашнее задание. Нажимаем на Enter, смотрим, что происходит. Значит, вам тут ничего скачивать не надо. Maven скачивает все сам для себя из репозитория, включая архетип, который называется Homework Quick Start. Здесь он спрашивает какие-то вещи, которые ему нужно подсказать. Ну, вот, например, версия. Нажимаем Enter, по умолчанию 1.0 snapshot подходит. Дальше название пакета, в котором будут находиться исходники. Это обычно домен шиворот на выворот. Значит, здесь тоже все подходит. Ну и, собственно, вот. Проект создался. Что мы видим? Вот здесь была пустая директория. Здесь появился проект Homework 1, который был создан под наши нужды. Вот так все просто. Одной единственной командой. Команда эта длинная, с большим количеством аргументов, но в README файле она есть. Вы ее можете воспроизвести у себя. При наличии Java и при наличии Maven у вас установленного на машине, вы создаете задел, шаблон под проект, который дальше вы уже можете развивать, экспериментировать, писать домашнюю работу, может быть, писать какие-то свои проекты и так далее, и так далее. Давайте мы его откроем и посмотрим, что там внутри. Так, это у нас, по-моему, темп. Вот он, наш проект Homework 1, который создался. Мы его открываем идеей. Идея пока еще ничего про него не знает, но она его распознает как Maven проект. И тут, покрутив чуть-чуть свои прогресс-бары, она вполне себе четко значит, поняла, что это Maven проект. Что в этом проекте уже настроено и что вам не надо ни о чем беспокоиться? Он уже настроен как проект под 11-ю Java. В него включены только зависимости, необходимые для тестирования, то есть те зависимости, которые вам нужны, собственно, для решения задачи вашей, они сюда не включены, вы их будете включать самостоятельно. И здесь также настроена пара плагинов, это Code Coverage плагин и CheckStyle плагин, о чем я сейчас расскажу. Это нужно, во-первых, для того, чтобы вам было понятно, насколько качественно то, что вы пишете, ну и во-вторых, чтобы проверяющим вашу домашнюю работу тоже можно было легко определить и какие-то по формальным критериям проверку перепоручить компьютеру, а не делать это вручную.
Значит, приложение вот у нас здесь, видите, уровня Hello World. И к нему уже есть задел пример теста. Значит, заметьте, что это правильный пример теста на пятом G-Unity. Это вот org.gunit Jupyter API тест 5, а не 4, потому что часто в примерах, которые вы качаете с интернета, там 4. И здесь используется AsserJ для того, чтобы делать проверку. Ну, в данном случае там проверить, что 2 плюс 2 равно 4. Что здесь включено как бы в этот проект? Как мы можем его собрать? Ну, собираем мы его, как обычно. MVN clean verify. Сейчас он скомпилируется. Прогонит свой юнит-тест. Прогонит checkstyle. Сейчас я покажу про этот checkstyle подробнее. Вот он здесь прогнался. Что у нас образовалось? У нас образовалось при прогоне в любом как бы Maven сборке образовалась папка target, где у нас появился, собственно говоря, сам джарник исполняемый, который мы хотим, значит, получать. У нас появился здесь папка site, и в папке site у нас появился код coverage report. Вот в данном случае у нас имеется программа app, и у нас имеется тест, который проверяет, что 2 плюс 2 равно 4. Но как бы данный отчет, вот код coverage, он показывает красненьким, что единственная строчка кода, которая, собственно говоря, в самом приложении, она тестами никак не покрыта, никак не, как бы, не выполняется при тестировании, и поэтому как бы coverage здесь нет. И это сигнал, собственно говоря, проверяющему там посмотреть, что тесты действительно покрывают. Это, конечно, грубая такая прикидка, потому что исправить это в данном случае, наверное, очень просто. Наверное, надо просто написать app.main, там, не знаю, пустая строчка. Да. Вот. Ну, так она выполнится. Но если мы сейчас выполним ее вместе с кавериджем, то там каверидж драматически улучшится. Вот. Ну, и тогда эта штука будет зеленой уже вся. Вот. Но, тем не менее, этот отчет, который формируется в папке target site, еще раз, jacoco index.html, им можно пользоваться, чтобы смотреть, насколько хороши ваши тесты. Вторая история, которая здесь подключена и которая вам не даст совершить какие-то ошибки, это checkstyle. Checkstyle — это автоматический статический анализатор, который снабжен определенными правилами, которые запрещают делать какие-то плохие практики, какие-то недопустимые вещи. Ну, например, у нас, там, я на лекциях говорю, что файналайзеры, хотя они есть, но делать их не надо. Но если кто-то там лекцию прослушал и решил написать какой-нибудь public void finalize свой метод, вот он здесь перечеркнут, потому что мы в 11 Java, они даже deprecated уже, да, но в 8 Java они еще не deprecated, но тем не менее их не надо писать. Вот, захотим мы сделать такой метод, может быть, даже мы захотим что-то здесь написать в этом методе, чтобы что-то происходило. Так вот, если мы сейчас соберем, да, кстати, вот мы тут пересобрали, а что у нас произошло с кавериджем? Видите, как он улучшился? Теперь уже 100% каверидж, потому что эта строчка кода выполнялась в тесте. Тест, правда, ничего не проверял, это уже только глазами может проверить как бы проверяющий. То есть тест все еще плох, но каверидж, по крайней мере, хорош. То есть понятно, что к самой метрике надо относиться внимательнее. Вот. Finalize. Допустим, кто-то решил использовать в коде finalize. Вот такой вот метод написал. Давайте попробуем нашу программу собрать при помощи Maven. Происходит checkstyle. И вот у нас ничего не собралось. И здесь мы можем смотреть, там специальные файлы выводятся, ну, проще всего посмотреть в логи, что же не понравилось checkstyle. Ну вот,
Он сказал, что avoid using finalizer method, это первое, что ему не понравилось. Но второе, что ему не понравилось, что мы еще и форматирование нарушили. Если я нажму Ctrl-Alt, значит L, то все сформатируется автоматом. IDE сформатирует автоматом, и CheckStyle не будет ругаться, но про это тоже не надо забывать. Но самое главное, что вот, использование финалайзера CheckStyle нам запретил. Но он запрещает использование всяких устаревших API, типа там, hashtable, или vector, или string buffer. Много всяких таких стандартных проблем, которые ошибки новичка, там сравнение строк по равно-равно вместо equals. То есть на это CheckStyle обратит внимание и вам вашу программу собрать не даст. Вот таким вот образом преднастроенным у нас получается вполне себе задел под проект, который можно потом превращать в домашнюю работу. Смотрите инструкцию в README к архетипу, пользуйтесь этим архетипом для того, чтобы создавать ваши собственные проекты.